непосредственно валашские танцы, моравийский фольклор, обычно это валашские, и словацкие танцы. Он заключается в том, что мы стоим в парах. Вот так. Шотландский танец. Ты бедрёшь друг перед другом. А раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Шотландский танец. Hamilton House называется. Кадрильная форма. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Обратно. Дальше христианский танец. Австрийский. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз. Валашский антимек, он начинается вообще не с секирками танцуют, иногда с валками танцуют. Особенность этого танца, то что они вначале танцуют, они делают как бы такая импровизация. У них идет самые натуральные елочки, самые натуральные гармошки, но гармошки они вот так, а они гармошки идет как бы вот такая.